Юбилей детского сада – это всегда особый праздник, ведь в этот день все ждут детского смеха, улыбок и сюрпризов. В приподнятом настроении воспитанников встречали заведующая детским садом Лариса Матвеева, а также почетные гости из районной администрации управления образования, ну и, конечно, глава сельского поселения Успенское Владимир Горяев. Планировалось, что первыми праздничную программу откроют самые маленькие воспитанники. Гости ожидали увидеть робких малышей, но вместо них, к всеобщему удивлению, появились взрослые, крепко держась за руки. Когда-то они тоже были маленькими и ходили в этот детский сад. Вместе со своими крохами они исполнили очень трогательный танец. Продолжился праздник юмористической миниатюры. Малыши рассказали о том, как сложно представить современный мир без различных гаджетов, мобильных телефонов, планшетов и прочих продвинутых штук. Это выступление в очередной раз напомнило гостям праздника, что нельзя подменять реальное общение с крохой никакими новомодными устройствами. Исполняющая обязанности руководителя администрации Татьяна Одинцова поздравила весь педагогический коллектив детского сада «Рябинка» с их замечательным праздником и вручила заведующий букет роз от главы района Андрея Иванова. Ваш молодой житель, который появляется на этой хорошей, красивой земле Успенской, придет в эту группу, самую маленькую. И все самые огромные впечатления, самые добрые маленький житель получает от наших воспитателей, педагогов, помощников воспитателей, поваров и так далее и тому подобное. Эти впечатления закладываются на всю жизнь. На праздничном концерте выступали не только юные талантливые воспитанники, но и педагоги. Они тоже блистали актерским мастерством. Перевоплощение воспитателей в сказочных героев приятно удивило. Карлсон, который появился из окна, Фрекин Бок, Лиса Алиса и Кот Базилио, Баба Яга и другие. Ну а чтобы гости не скучали, их тоже вовлекли в сказочный мир. Затем слово предоставили замечательному и жизнерадостному человеку, заведующей детским садом «Рябинка» Ларисе Матвеевой. У нас работают те же самые талантливые и одаренные люди, увлеченные своей работой. У нас также смеются и радуются дети. И мы надеемся, что много-много лет спустя этот детский садик также будет встречать своих малышей. И также им будут дарить здесь тепло и свою любовь. Те, кто работает, и те, кто будет работать потом. Я поздравляю всех вас, всех наших гостей, всех наших друзей. И, конечно, я поздравляю тех, кто помнит, как все это было, наших заслуженных ветеранов, тех, кто открывал детский садик, и тех, кто передал нам свои традиции. Мы их помним, мы их продолжаем. Я вас всех поздравляю с юбилеем детского сада, с юбилеем. В завершении Владимир Горяев поздравил весь коллектив с юбилеем, наградил почетными грамотами. Праздник получился торжественным и очень трогательным. Лучшим подарком к золотому юбилею стали счастливые лица ребят и всех гостей. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».